21 секунда 314 миллисекунд декретного московского времени. 170 секунд. Полет нормальный. Да, есть чем гордиться. Вчера такое. 180 секунд. Двигатель второй ступени работает техника нормально. Немножко перестаралась. В принципе, можно было бы вчера пускать, но техника перестаралась, остановила пуск. Это нормальное явление. 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Площадка работает. Подготовлена вами хорошо. Функционирует, как вы видите. 200 секунд. Еще второй этап предстоит. Работать под тяжелую ракету. Под, 210 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Работа еще много, большая, но это, безусловно, очень такой серьезный, значительный шаг в развитии. 220 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Спасибо, но мы еще увидимся. Есть сброс створок головного обтекателя. Поговорим с другими коллегами, которые занимались пуском. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока. Головной блок в составе блока выведения «Волга» номер 006 с космическим аппаратом Михаила Ломоносов. Опытно-технологическим малым космическим аппаратом АИС-2Д, автономным модулем научно-технической аппаратуры «Контакт» «Нано-спутник» выведен на замкнутую орбиту. Репортаж окончен. Ну, я еще раз хочу вас поздравить. Знаете, как шла работа, она еще далеко не завершена, эта работа. Впереди еще целый комплекс нужно создавать наземной инфраструктуры, связанной с подготовкой к пускам тяжелых ракет. Мы не исключаем, что и еще одна инфраструктура будет создана под сверхтяжелую ракету, под пилотируемые комплексы. В общем, здесь есть чем заниматься, работа перспективная, важная. Это действительно большой шаг в развитии ракетно-космической отрасли страны. Вы знаете, что мы начинали это с 2007 года. В 2010-м я сюда первый раз приехал, посмотрел на эту тайгу, еще ничего не было. Теперь благодаря вашим стараниям, вашему таланту, усилиям, создан целый современный город. Я еще раз вас поздравляю с началом реальной работы и желаю всего самого доброго. Счастливо, до свидания. Благодаря вам, первая пусковая компания. Вы для нас открыли за последние 5 лет два космодрома. Гвианский космический центр, благодаря вам, Широком был открыт. И сегодня вот для нашего предприятия это 4-й космодром, на котором мы, думаю, долго-долго будем работать. На здоровье. Спасибо большое. Поздравляю вас. Всего хорошего. Спасибо. Для того, чтобы подтвердить готовность космодрома к работе, нужно осуществить первый пуск. И вы это сделали. Поздравляю вас. Впереди у строителей еще большая работа. Первый этап закончен, но это только первый этап. Далее планируется, и вы знаете об этом, строительство новой инфраструктуры для тяжелого класса ракет. Мы уже думаем о том, чтобы здесь же, в этом же комплексе, создать инфраструктуру и для сверхтяжелых ракет, для пилотируемых пусков.
У меня нет сомнений, что мы вместе с вами все это сделаем. Начало работы положено. Удачи вам! Спасибо!